На сцене Дворца культуры Власихи танцевальный коллектив. Идет концерт, посвященный 8-му этапу патриотической эстафеты «Салют Победе». В своем танце ребята постарались передать всю горечь и боль, которую испытывали люди во время Великой Отечественной войны. Вьется пыль под сапогами, степями, полями. Главная цель проекта «Салют Победе» – сохранение памяти о героях войны. Дети принимают активное участие в организации концерта, встречаются с ветеранами и узнают о подвигах и событиях из первых уст. Власиха, где расположен штаб ракетных войск России, стала участником эстафеты не так давно. Но поскольку большинство населения – военнослужащие и ветераны, тема патриотического воспитания оказалась близка жителям всех возрастов. Всем надо знать, кто же настоящий герой был в Великой Отечественной войне. Уже и 2 года пандемии прошло, и наш вот этот проект «Салют Победы» он никогда не заканчивается. Мы каждый день в течение года говорим о наших ветеранах. Символы 8-го этапа эстафеты – Знамя Победы, офицерский наган и подлинное фронтовое письмо «Треуголка» – торжественно передали в Голицыно. Салют Победе, посвященный городу-герою Туле, продолжается. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».